Новая детская площадка в деревне Трубачеевка расположилась на улице Центральная. Современный игровой комплекс органично вписался в живописный ландшафт. Рядом небольшой пруд и лес. На территории расположены карусели, веревочные элементы и качели, так называемые гнезда. К их оформлению отнеслись особенно трепетно и украсили фигурками птиц, жаворонков. Все площадки у нас обустроены в соответствии с законом благоустройства Московской области. Это, конечно же, резиновое безопасное покрытие, ограждение, все качели с мягкими подвесами. На первом месте безопасность. Площадка на улице Центральной рассчитана на детей от 3 до 6 лет. Для ребят постарше установлен новый игровой комплекс на улице Широкая. Эскизы готовили еще с зимы. Проект согласовывали с жителями. Два объекта обошлись бюджету сельского поселения Жаворонковское в 8 миллионов рублей. У нас таких площадок не было. Когда-то лет 5-10 назад они начинались, такие площадки строятся в Одинцово. Про поселения сельские мы даже не говорили тогда, но вот сейчас по всему району они строятся и строятся и строятся. И так вот тепло на душе, что мы можем своим детям, да и взрослым, в общем-то, дать такие места, где очень удобно. Новые детские площадки пришлись по душе жителям Трубачеевки. Еще до официального открытия игровые элементы успела оценить местная ребятня. Родители не скрывали радости, ведь раньше для прогулок с детьми они уходили за железную дорогу. Мы все покатались на машинке, на горках, очень, на качельке даже с маленьким можно маме сесть и тоже покачаться. Тоже. А скажите, а сколько здесь молодых семей, вот насколько эта площадка будет востребована? Мне кажется, очень востребована, потому что сейчас, вот, ну, я замечаю, мамочки с колясками все больше и больше появляются. И здесь недалеко садик, тоже после садика, думаю, мамы могут сюда заглядывать, погулять с детками. Новые игровые комплексы в Трубачеевке сложно назвать деревенскими. Таким площадкам позавидуют даже горожане. Благоустройство района продолжается, а значит, современные, красивые и безопасные игровые элементы должны появиться в каждом дворе. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».